Натали, не знаю, где вы нашли такой кусочек в вашем уроке насчет зависимости. Я услышала мысль, что если есть зависимость, то значит человек не рожден свыше. Вы так считаете или мне показалось? Если так считаете, то на каком основании из Библии? Я думаю, что человек может быть спасен, но еще зависимости и грехами и так далее быть сопровождаем. Я не знаю, где вы взяли такой кусочек. Я имею, опять же, скорее всего, вырванный из контекста, потому что люди, которые вне Божьей свободы вообще живут, конечно, они будут жить в зависимостях. Но тогда, когда они приходят ко Христу, у них есть шанс освободиться от этих зависимостей. Если человек хочет освободиться от зависимости, но не приходить ко Христу, то это будет просто подмена зависимости одно на другой. Может быть, вот эта мысль, она вам показалась такой. Но на самом деле мы с вами получаем сначала спасение духа, а потом уже развязываются узлы души. И поэтому душа, она в этих завязках может оставаться даже после спасенного состояния, если человек не занимается своей свободой на уровне души. А развязывать узлы – это наше право, это наша необходимость.